Всем привет! Решил, я вчера, сегодня был на птичьем базаре, купил себе пару голубей и коралл взял двух девочек. Вот это, по-моему, вот это вот. И там они все залетели, я сейчас убирался здесь. Они все позалетали. Сейчас выгоню, покажу. Взял двух девочек. У меня не хватает девочек, он, видите, сейчас идет нам заглянуть, что там. Они кормят друг друга. Оп, у них там что-то появилось, нет. Последнего видео. Там было 4, по-моему, яйца. А, девочка сидит. Мама тут сидит. И еще 5 яиц. Ну. 5 яиц. Потом просвечу. Что будет, то будет. Ну, повесить на место. Вот. Это калифорнийская перепелка. Все убегают. Сейчас толпа вывалит. Я точно не знаю, сколько их, но мне кажется, около 30. Тут и голубой перепел, по-моему, 2. Да, вот они. Вот они. Вот они оба. Вот этот один. Вон там второй вон залез. Вот. 2 голубых перепела. И греются на солнышке все. У нас сегодня 11 градусов. Ночью было 5 градусов. Сейчас я их выгоню всех. Сниму. Выгоню тут все стороны. Вот, выгнал их. Вот. К этому самцу я хотел вот этот самочку вот взял. Вот эта зараза маленькая. Вот эту самочку я взял. Хочу испаровать что-то вон с белым самцом. Не знаю, если я белую самочку, чисто белую не найду, можно их споровать будет. Ага. Посередине сел, так не поет. Вот, и взял себе голубей, я давно их искал. Нашел только самца одного. Сейчас иду, вот он сидит. Шуптаубный. Сейчас я зайду. Если немножко надо будет рассортировать, то слишком много. Таких я не знаю, надо будет отсадить эти вот рябок. Они сюда слишком много здесь. Вот этот таубу взял. Найду ему потом девочку, ну, я с ним продавцом списался. Он сказал, у него там везде еще есть молодежь, это тоже с этого года. Он говорит, если будет девочка, он придержит мне эту девочку. И взял девочку этому Гринталм. Вот она. Это я купил сегодня, это девочка, должна быть девочка. У меня сейчас, я не знаю, посмотрите, мой, что он там. Где он? Вот он. Это самец. Он темный. А та самочка. Это мой, которого вывели они. Ну и сразу, чтобы другая кровь была, я ему взял парочку, вот она. Это девочка. Села. А, не видно, я бы. Слишком много этих горлиц здесь. Я
распродать. И немножко здесь пересадить, потому что слишком много голубей здесь. Оставить две вот этого, но если пару ему найду. Вот этих отсюда ставить, вот этих оставить, здесь накрыл, а этих в другой вариант. Вот, посмотрю, как Перура будет в этом году. Если она мне не даст ничего, то я их продавать буду. На, вы что, чирикай чуть-чуть. А? Собрали тут вот эту кухню, а? Кушать вот здесь у вас. Что хотите? Ну, вот такие вот пирожки. Каждый голубь по-своему красивый, оба. Всех что-то здесь как много будет здесь. Можно две пары этих зеленых оставить. Вот это если найду парочку ему оставлю. Ну и вот этих поменьше, которые голуби. Вот эти вот тоже можно здесь оставить. И много места не надо делать. А это слишком большие голуби для такого вольера. Вот этих и вот этих вот тоже, наверное, туда последние вольеры посадить. С канарейками. Там один или. Перура. Если в этом году они ничего не ждут, так же будет, как в этом году, в следующем году мы выбили троих, мы ее займаляем за них. Выбили троих, або выкормить не выкормили, бросили кормить, поэтому не знаю, как получится в этом году. Вернее, в следующем году, в этом году уже ничего не будет. В следующем году он все на солнышке греет. Канарейки. Ляйза. Вон, сидят. Все на солнышке греются. Там в одном гнезде уже вылетают птицы. Не видно нигде его. Пошел уже прыгал один. Да успокойся ты. Камеру увидела. Сразу запела. А он сидит малой. Греется тоже. Потихоньку вылетает и начинает с другого гнезда. Ну все, все, отойди. Канарейки. Там, я не знаю, там, по-моему, яйца были, да? Тут где-то в одном гнезде. О, спереди уже выкатывает кто-то. Кто-то тут вандалирует. О, все, все пустошили. Уже не стоит. Тут два яичка. Оба. Два яичка. А вот это они холодные. Тут малышня была. Да, вот маленький там. В этом гнезде маленькие еще. Они еще слишком маленькие. Еще пару недель, да. Что будет? О, о, приземлился, куда ты приземлился? Сейчас на руку мне сел, малой. А? Че? В шоке? Я тоже. Да? Ну садись сюда. Садись. Садись, садись. Я тебе не подставка. Садись. Ну, так, сиди. Сейчас мамка папку тебе готовила. Это все, скорее всего, вот с этого гнезда, того последнего. Потому что они там уже большие. Там еще один сидит. Ага, один. Еще один. Тут 4. Раз, два, три, 4, 5, 6 яичек. Тут 6 яичек. Тут пусто. Тут пусто. Тут что у нас? Тоже пусто. Ну, тут яички были. Вот ходит за мной, кокает. Вот тут внизу теплое еще. Там яички.
Ну, будем ждать, как последний вылетит, и убирать все гнезда, убирать, чтобы они зимой не выводили. А то они потом, когда вылетают из гнезда, вот эти, они вылетают из гнезда, они прям по полу прыгают. Че? Он в шоке от этой, да? Мафиальный слезы. Вау! Улетает еще. Летун маленький. А папка возле него. О, не все. Самолет приземлился. Надо, чтобы эти куры не клюнули. Ну ладно, приземлился. А чтоб только... Да куры вроде не трогают их. Уже ни один выбился. Они первого вроде пугали их. Шугали их, а потом перестали. Не трогай больше их. Они вон маленькие, бегают по полу, они даже не трогают, не обращают внимания на них. Ну вот, как-то так. Сейчас. Я тут убираюсь, он. Убрал свой этих вольеров. Этих вольер, этот вольерчик подмел. Сейчас еще два вольера, вот, да, убираюсь. Уже кормить надо начинать. Уже вечерняя кормежка. Тут у нас пока ничего. А в том вольере страус вахтали, положили два яйца. Я взял, положил их в инкубатор. Посмотрим. Один так еще все еще кушает. Живой один. Там я его держу в этом. Ничего, ничего у них нет. Еще рано. Эти вот уже преображаются. Уже похоже на... Ну, еще фарбы нет у них, краски нет. А краски четко нет. Как у тех. Ну, вот появляются уже. Уже белые вон у них над головой. Пух он появился на голове. А то была какая-то кепка непонятная. Ну, вот. Как-то так. Тут у меня маленькие... Вот. 5 штук. Это эти голубой перепел. Те от одного заводчика, эти от другого заводчика. Там у меня нет. Там, по-моему, один из этих. Вот этот от трех разных заводчиков я брал. Ну вот этот от одного заводчика, те от другого заводчика заказывал. А тут нету, да? Тут эти. Габы вахты. Ну, у них рыжая голова. То шугливые, как эти. Один петух и три самочки. Ну, это я еще точно не знаю. Мне кажется, это будет нормальная, калифорнийская. А эти три габы вахты. У них чуть другой раскрас. Ну, посмотрим, что получится, получится. А здесь все эти два голубого, остальное все делают, купаются. Три в одну лунку, три в одном. Волны у меня две пары и, ну, даже выходит три пары с молодым вместе. С молодыми вместе это выходит три пары и два. Это, по-моему, самец. Вон тот. Непонятно. Похож на самца. Но это точно самец. Вот этот вот маленький. А тут. Нет, это самка. Это самка. А вон тут рядом сел самец. Это брат с сестрой. О! Переборщил. Брат с сестрой. Тут два. Это два мужика. Завлекает самочек в гнездо. Теперь кто? Кому гнездо принадлежит? Смотрели. Вон там у меня самочка одна. Сидит посередине. Это я покупил самочку. Там одна внутри. В этом гнезде. Самочка. Тоже
не моя. Это я покупал. А вот эти два были. Это самочка выбрала. Эти две самочки купил этим двум самцам, а типа что-то не с собой тут тусуются. Самочка там, а они здесь. Он залазит, он не знаю, и орёт. Прилетел шуль. Вы что тут? Так не пойдёт. У вас ничего не получится. Ну, спасибо за просмотр всем. Пока.